Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Владимир Опышету Зайцев, и мы будем наблюдать за Старладером. Аматор, серия 20 сезон. И играет у нас Петруча за Radiant и за Dire Collective Firefist. Сегодня игры будут поинтереснее, нежели то, что мы посмотрели до этого. Ну как сегодня? Сейчас. И что у нас здесь? Спиритбрейкер Профит Вивер. Сразу понятно, что Петруча хотят просто пойти и уничтожать. Им бы сейчас добрать еще какого-нибудь опаришина для кучи. И я думаю, что это будет очень жестокая комбинация. Ну и Firefist призадумались. Ответили они вначале лечим думом, потом взяли Джекироса, и что-то вот им не понравилось, что там происходит. Фантом. Тоже персонаж, который может... обладать некоторой мобильностью, если размаксит наконец свой доппельгангер. Вначале, правда, будет сложновато. И откаты большие, и монокост неприятный. Но, в принципе, жить, возможно, даже и будет. Но вот вопрос, что будут делать остальные, пока что остается открытым. Потому что, ну, банально. Если Вивер идет в изи вместе с... ну, Апаришн появится, нет? Даже если не появится... Профит, Вивер и Спиритбрейкер. Три персонажа, которые настолько мобильные, что ты никогда не знаешь, где их ловить. Вот просто... ты видишь, что перед тобой Вивер, и ты должен понимать, что скоро будет больно. Ну, это, конечно, речь идет про мидгейм, но все-таки. Вначале Профит будет помогать, естественно, писать фраги Спиритбрейкеру, и где-то в том же миде постоянное присутствие трех персонажей будет уже совсем неудивительным. Firefist, как же вы будете от этого защищаться? Дум, скорее всего, отправится на сложную. Лич, возможно, постоит возле мида. Там крипчиков поподъедает. Попробует защитить своего мидлейнера. А вот что делать с остальными линиями, пока не совсем понятно. Ну, ладно. Мид защитили, допустим. Но как обеспечить фарм Фантому? Как бы Джекирос один не справится с Nature с Профитом. Стянете туда Лича, в миде будут проблемы почти наверняка. С Думом тоже вопрос. У Вивера достаточно большой урон. И он будет получать золото для того, чтобы этот урон увеличить достаточно быстро. Любой саппорт плюс спиритбрейкер. Ну и опять же Профит возможно прилетит. И боюсь, что Дум там не сможет совладать с такой агрессией. И это... легионка. Подождите. У меня не сходится. Они сейчас будут добирать саппорта, что ли? Или это Вивер на четвертую позицию? Нет, стоп, у них спиритбрейкер на четверке. Вивер в пятой, это совсем жестоко. Может, все-таки... Апаришн? На пятый пик. И, кстати, глобальная комбинация тоже отличная подспорье. Легионка впрыгивает туда, естественно, Фурион летит, ульта аппарата и Спиритбрейкер на подходе. Каков план? Просто все там. Ну и Вивер где-то там на другой части карты подфармливает. Идеально. Ну, убирают Дизрапторы. Дизрапторы? Не, ну против Фантома работает неплохо. Наверное, если тот доппельгангер будет рановато ставить. Против Квапы какой-нибудь. Может, действительно они Квапу собираются брать или Пака? Хотя Пак тоже может спастись на самом деле. А тогда чего они боятся? Ладно, посмотрим. Может, я что-то не вижу. Эмбер Спирит тоже, ему очень неприятно сражаться против Дизраптора. Убирают Манки Кинга. Не, ну это было бы слишком нагло. МК, да еще и Фантом Лансер. Хотя МК разгоняется достаточно быстро. Может быть, против Легионки и постоял бы. Хотя опять же, в начале Легионка скорее его сама уничтожит. За счет моментов Карадж, убирал именно Отс. Ну что ж, 10 секунд остается, Петруча. Пора придумать, кого вы берете. Это будет саппорт или все-таки какой-нибудь мидлейн? Хотя легионку тоже можно мид поставить. Кристал Мейден. Будет давать Монреген Виверу, Легиону, Спирит Брейкеру тоже очень приятно. Это аура. Хороший саппорт. Одна единственная проблема. Но слишком ватный.
Если что-то пойдет не так, в драке у Ценки будут большие неприятности. Но зато если они смогут начать доминировать, то даже Ценка сможет спокойно выносить огромное количество урона. Ну что, Файрфист, придется изобретать велосипед. Как сражаться со всем этим? И это... Тимберсоу! Персонаж, который очень редко в последнее время появляется где бы то ни было. Ну, посмотрим, посмотрим. Что они с ним сделают? Ну, тут, правда, магического урона тоже хватает. Та же Цемка, Спирит Брейкер магическим уроном лупит. Оверелмен, Отс. Ну ладно, все это, конечно, круто. Однако, против кого Тимбер будет стоять? Наверное, он все же отправится в мид. На кого против него поставят? Легионку? Профита? Ну, Вивера вряд ли. Наверное, все же Легионку. Профит. Классика. Отправится в сложную. Вивер на изи. А просто вопрос, насколько это удачный будет лайнап. Может, все-таки стоит где-то здесь изменить свою стратегию? Ладно, посмотрим. Ну что ж, начинается у нас первая карта этого Best of 3 противостояния. И посмотрим, кто же на ком играет. Так, и кто куда отправится, вот что самое главное. Ладненько, за Radiant у нас играет коллектив Петручи, и, собственно, сам Петручи будет играть на Spirit Breaker, Sword Art Online. Sword Art играет у нас на Legion Commander, мид-плеер, он же Scotch Dota, отправится на Vivi, иди со мной, мид, отправится на Profit, ну и Crystal Maiden будет Giza. Слушайте, а Profit-то действительно в мид отправляется? Подождите, а Вивер в сложную? А Легионка? Ну ладно, посмотрим, что же это выйдет. Файрфист. Гудс у нас на Джекиросе. Джазмен будет на Тимберсоу. Соулы Ферст будет играться у нас на Думе. На Лича поиграется Руби. Ну и Тигромец на Фантом Лансере. Интересные очень закупы и лайнапы. Может быть, предугадали здесь Петруча, что трипла отправится в сложную. Хотя, какая трипла? Не совсем триплой туда пошли. Скорее, даблой лич до дом. Хотя лич по-хорошему должен в мид идти помогать. Подъезд там крипчиков и прочее. А думаю, надо больше опыта оставить. Тем более, когда они узнают, что там легионка. Они обязаны будут просто этого лича тянуть куда-то на другую линию. Все-таки Джакира и ПЛ против триплы, но это, ну, совсем плохая идея. Они там сами не пофармят, и при этом, возможно, еще и поумирают несколько раз. Что ж тогда делать? Легионку как-то уничтожать? Я, ну, думаю, отличные шансы на это. Прокачаться это через третий спел. Так подходить из раза в раз, щелкать им. Вполне себе отличный план. Ну, вот как спасти верхнюю линию тут коллектива Файрфист, я пока не знаю. Наверное, стоит все-таки Личу раскачать первый спал, а не третий. Это было бы очень круто. Что они там пингуют, рисуют? Ну, типа, куда вард воткнуть, что ли? Не знаю, там явно какая-то лютая тактика намечается. Ну, по-хорошему, все должно начаться более-менее нормально. Единственное, за что я сейчас переживаю, это за то, как себя будет чувствовать Цемка сейчас. Я вообще в любой игре, где присутствует Цем, болею за Цем. Почему? Да потому что это самый бедный персонаж в доте. Мало того, что он был медленный, так вы посмотрите, 275 ему в спид. 275. За что? Просто за что? Ладно. Вообще, на самом деле, я очень люблю этого персонажа. Сам часто играю на нем. Но опять же, она очень медленная. У нее спел в начале достаточно слабый. Единственное, что у нее очень круто работает, так это аура, и то в случае, если ее максить.
То есть, если ты максишь пакет, то зачастую вы пытаетесь писать фраги, но не всегда это получается. Играешь через нову, вроде тоже урона становится много, неплохое замедление, но в таком случае ты по мане жутко проседаешь, потому что ее постоянно спамишь. И как бы, что с этим делать, непонятно. Качаешь ауру, у тебя и контроля практически нету, так чуть-чуть совсем. И замедло не очень сильно, и дэмэджа очень немного. В общем, приходится искать золотую серединку, и зачастую играется 1-1, там, 3 к 5 уровню. Просто для того, чтобы чуть-чуть подконтроливать, чуть-чуть замедлять и при этом раздавать ауру. Как бы, вроде бы и хорошо, но не сказать, чтобы ты вдвоем с кем-то можешь обычно писать фраги. Ладно, на топе ничего удивительного не приключилось для Firefist. ПЛ не особо парится, у него Бурман Шилд имеется, поэтому пока что ему что-то противопоставить сложно. В миде у Тимбера тоже без проблем. Пеньки это, конечно, круто, однако с тем количеством армора, которое у него есть, из Бурман Шилдом, опять же, ему ничего там не угрожает. Ну вот Дом с Легионом. Вот тут будет интересно, что они тут будут предпринимать. Но Дум обязан просто качать третий спел. Да ладно. Не, ну, первый спел понятно. Второй спел тоже понятно. Там подхиливаться где-то. Но что будет на третьем, четвертом? Вот что интересно. Так, Спирит Брейкер. Пошел отжимать руну. Руну он заберет 100%, если что, врежется лбом в Джекироса. Даже это не понадобилось. Так, на легионку уже вышел лич. Третий уровень у Дума, и он на 2 берет землю. То есть агрессировать на легионку он совсем не хочет, а пытаться ее забирать все равно. Вот, с пол хп у Дума нету, правда, легионка и сама вынуждена уходить. Слишком много урона магического прилетает, и просто телепорт. Ну, правда, наверное, надо было делать его на базу. Чем тангусов это хорошо, но ты потеряешь 2 минуты почти нахиливаясь. Ну ладно. Будет, видимо, пытаться просто получить экспу пока что. Так, Цемка вышел, получила вся дол. Бриз прибегает, Спирит Брейкер врезался в Джекироса. Джекирос, конечно, очень неприятно, но что поделаешь. Так, пошли копья. Как же тут неприятно, все это замедляет, все это наносит урон, и теперь на развороте. Вот Спирит Брейкер был второй левел, ну и вот Сэмка. Первый уровень, нравится, Джекирос, правда, разменяли. Ух, же, блин, Юрий, 2 секунды до шкучей, ну и вот добирает ПЛ. Ну, ПЛ очень круто здесь пошло. ФБ, второй фраг, и сейчас он спокойно отойдет и будет отхиливаться. Ему даже фласку, скорее всего, привезут, и... Да, действительно. Фласочку набросили. Ну, Цемка, конечно, зря туда полезла. Тем более, ПЛ этот, ну, совсем противный персонаж. Урона вначале очень много, конечно, и разброс прилично, но... Все равно очень неприятно. Опять же, там столько МСа, что ПЛ просто идет и в спину ее нарезает. Ей нельзя показываться здесь на линии, если они не уверены, что фраг напишут. А вот и второй уровень у Спирит Брейкера. Башка появился и сразу же работает на ПЛа. Приятно. Однако ПЛ забрать на этом не получится, маловато будет. Такс, Дум. Как там третий спел? Качнул наконец-то. Ну, может быть, хотя бы ТП в следующий раз собьет. Но в качестве урона, конечно, штука очень крутая. Только в том случае, если его максить. А так, ну, такой небольшой контроль. Уроном это сложно назвать, когда там 1% у тебя утекает ХП в секунду. И КД еще огромный. Ладно. Посмотрим, как он будет им распоряжаться. Тем временем в миде у нас профит уже 5 уровень заполучил. Однако, опять же, что он будет делать Тимберу? Призывает пеньки, и Тимбер их спокойно выкашивает. Все же персонаж на это и заточен. На топе тем временем попытались что-то предъявить здесь перед Брейкером. Однако, что ты с ним сделаешь? Слишком плотный, тем более... Что разбег у него тоже имеется. Так, снизу на легионку атака. Ну, Дум должен добивать. Но отличный разгон и очень вовремя ультимейт от... Сейчас профта прилетает, еще сбивается телепорт. Как тут вовремя все появились? Ну вот опять же. Одно сейф ТП. ТП от Нейчерс Профита с мида. И все уже, они втроем против двоих сражаются. Их уже вроде бы даже больше. Так, Вивер забегает на Джекирос, повесил свои свармы. Ну, Джекирос, судя по всему, умер. Хотя, Вивер, ну, добил, наконец-то.
Хорошо. Теперь, правда, придется нахилиться, для этого он делает телепорт на шрайн. Ну, хорошо, сойдет. Профит, фейзы на базе, нулик на базе. Неужели это тренул талисмана Блейдмейл Профит? Давненько я таких не видел. Сейчас все чаще профиты стараются выходить в... Господи. В общем, в какую-то агрессию, но... Не такой танковый билд, он больше для сложной линии, наверное, подходит. Хотя, почему бы не набраться кучи урона, кучи хп и не обеспечивать пространство своему коллективу. Так, сценка. Встретилась с Думом. Дум. Господи, как же больно сценки. Он почти 100 хп у нее откусил за один удар. А, ну тут фейзы. Понял. Не дурак, дурак бы не понял. Так, Свивер. Ну, вот его тоже тут попробуй, ты подловишь. Куча уже на 3 раза, тем более, что и ультимейт уже не за горами. И Сентри не стоит здесь. Давайте что ли посмотрим, что там под отворцем. Опять же, ПЛ, ФБ, фраг, более-менее платформы. Так, в спину залетает профит прямо по тауру. Здесь, правда, Джекиросу должны забирать, но профит склон. Умер все же. Так. Как бы Виверу тут не подставится, потому хотя ПЛа, возможно, доберет. Таймлэпс, отлично, под тауром забирают все-таки пенечки его. Спиритбрейкер прибежал немножко не туда, куда хотелось бы, хотя Вивер забегает дальше спокойненько. Но там ледяной армор, ну не получится его забрать. Какая же противная способность. Ты вроде бегаешь быстро и бьешь больно, а... Черт, ты пока замахнешься, пока ударишь, а еще и урона меньше проходит, чем хотелось бы. Ой, лич, такой лич. Еще бы Белла как-то спасли, было бы совсем великолепно. Так, напрягают здесь и Вивера, правда, спиритбрейкер сделал разгон. Врезался в лича, а баш сработает. Профит сюда же прилетает, у лича практически нету шанса призывать с кучи пеньков. И да ладно, просто СПС их замораживает. Дуал Бриз, у профита проблема опять. Закрывает себя ветки, но черт, это не спасает. Теперь еще и у спиритбрейкера будут проблемы. Куча иллюзий появилась, забирают его. И Вивер. Вивер очень нагло действует, но надо отойти. Ошибаются здесь Петруччи, слишком много ресурсов тратят, чтобы забрать этого ПЛ. Ну, Джекироса, конечно, за... Ладно. Ошибаются, вот и все. Так, снизу Дум. Неужели заберет легионку? Ай, ты не заданай раз спиритбрейкер. Как так? А, там промышел. Я понял. Он работает даже, если тебя союзник атакует. Вообще, самая смешная ситуация, это когда Дум висит на какой-нибудь фантомке, и ты пытаешься ее заденаять, а у нее там 50% миссов, и ты просто не попадаешь. Или по Enchantress. Тоже когда ты вроде бы саппорт, вроде тебе один удар надо сделать, но тут так долго замахиваешься. Грусть. Как бы это пофиксили, то ну, действительно несерьезно получается. А с другой стороны, как это пофиксить так, чтобы... Это было, скажем, не имбой. Когда... Ладно, забили. Джазмин. Идет просто в наглую на этого профита. Пол хп уже снес. Еще одна пила. Ну, нет. Видит, что не хватит ему урон. Спиритбрейкер прибежал, однако. Он тоже не особо большим уроном обладает. Пол хп потерял просто от пилы и цепи. Ну, черт, с этим тимбером нечего делать. Да, ультимейт от профита. Это, конечно, хорошо, но сейчас нахилится. 20 стаков, 37 хп регена. Ну, спиритбрейкер понимает всю тщетность бытия и улетает на верхнюю линию. Будет пробовать написать фраг здесь. Кристалл Мейден рядом. Бегут по тарну, на СПС напоролись, и Джекирос использует досты. Ну, Вивер, кстати, может тут и умереть случайно. Есть, отличное копье. Таймлэпс? Нет, все-таки вызывает здесь Виверос и, возможно, даже уйдет. Хотя... Хотя 2 секунды. Одна. Нет, все-таки убегает наш кучах. Спиритбрейкер в наглую забегает на лича. Один против трех остается, получает. О, нет. Ну тут точно умирает. А зачем? Вивер же вроде ушел. Кристалл Мейден. Не, улетит на телепорте все же. Что-то слишком много ошибаются, Петруччи. Слишком много. Хотя по-прежнему старается инициировать, пишет фраги. Тимбер врывается. Пол хп практически сносит профиту. А профит улетит. Да ладно, пары сбили телепорт. Я уже думал, что не хватило ренджа. Хорошо. Профиту не поздоровилось. Как Петруччи собираются сражаться?
В данный момент я себе не представляю с Цемкой, тем более. Теперь будет уничтожаться очень быстро Дум. Ну, Дум это очень больно, особенно если он третьим спылом врубит ему этот Инферном Блейд. Ну, Цемка там будет страдать очень серьезно. Да вообще в этом лайнапе, как ей жить? Походу на все, что она будет способна по игре, это просто давать ауру и стараться не умереть. Хотя всегда остается шанс на то, что ты как-то вот прикупишь дагер, поставишь ультимейт, на тебя просто забьют, и ты внесешь там 5к урона. Шанс, конечно, небольшой, но все же имеется. Не знаю, мне тут больше все же Париша нравился бы в пике. Ну да ладно. Так. Что-то там в миде нехорошее происходит. Спиритбрейкер попробует тут эту толпу разогнать, но растолкать-то он может, а вот разогнать вряд ли получится. Так, а с топом что? Угу. ПЛ пытается дефать Тауру от Профита и Вироса. Ну, сложно, правда, тут коллектив подтягивается. Здесь может что-то интересное получиться, но очень вовремя уходит здесь Петруччи, хотя Дум. Никого здесь не подцепят, ну и в миде сейчас будет происходить абсолютно то же самое. Хотя делать телепорт от Джеки Роса. Стоп, а Джеки Рос ликвид файром? А он на единичку. Неожиданно. Ну, погрызли-то урок. По итогу забрать его не получилось. Ну, сами тоже очень много времени теряют на этих перемещениях туда-сюда. Legend Commander прикупила себе армлет. Так, Дум летит сюда, еще же будет Infernal Blade, отлично. Дум сам по себе имеется, хотя сколько же он маны потратил на стан, которым не попал. Да, неприятно получилось. Вот был бы третьим или четвертым этот Infernal Blade. Вот опять же, сколько там, 50... Ладно, 75 золота за... Два урон получает. Это, конечно, круто. На 10 уровне можно будет еще взять дополнительное золото. Но, опять же, ты теряешь в агрессии. Возможной агрессии. Сейчас все чаще стали появляться думы, которые Infernal Blade подкачивают. Так, Джазмину снесли 3 хп, однако он продолжает нахиливаться. Ну, агрессия пошла в Джеки Росу. Дуэль, потому дуэль выигрывается. Ну и теперь Джазмин. Ну, слишком мало маны. Он уже вряд ли кого-то убьет, но... Уходить он, по-моему, не собирается. Пауки на него повесили, но это плюс 35 золотых тимберу. Нет, остается крипам, это золотишко. Разгон в лича, теперь Лич умрет. Чайник пошел, но... Черт! Сюда все приходят, и живет только тимбер, которого все приходят спасать, а и как-то вот неудачно его спасают. Он просто живет, ему все равно. Народ. Перестаньте спасать Тимбера, он прекрасно спасает себя сам. Ну вот опять пролетел Джеки Росс, у него врезали салбом, повесили свармы. И ладно, на этот раз все получилось чуть более удачно, однако... Тимбер все-таки фраг вряд ли напишет. Спиритбрейкер должен отсюда уйти, Джеки Росс. Джеки Росс, СПС положил, но ЦМК из него вышла. Ладно, не получилось. Ничей Вивер тут бегает, не напрягаясь, уходит. Господи, что одних не остановить, что вторых. Так, опять тут СПС. Ну... Черт, не попадают. Да и вряд ли бы забрали эту игру. Посмотрите, сколько маны у Джазмина. Так, ну Цемку пилу. Ну ладно, Цемка улетает отсюда. Вивер. Вивер. Ну ладно, он же добьется сейчас Джакира. Есть, Джиминейт атак. Еще и побежал по Тауру за Личом. Таймлэпс. И, черт, Лич тоже умер. Джазмана можно также прибрить. Ультимейт от Спиритбрейкера. Конечно, неприятно, но жить будет. Убивают Спиритбрейкера. Думаю, очень вовремя прилетел. Значит, побольше маны можно было бы... А, ультимейт он уже потратил. Так, топнул в никуда. Опять же, кучу маны потратил на это. И по итогу у Джазмана просто дуэль. А Джазман-то этого не переживет. Не пережил. Дуэль выиграла Легионка. Добрали все-таки Вивероса. Ой-ой-ой-ой, сколько же это фрагов тут было. Ну дайте мне файт рекап. 1, 2, 3, 4, 5 штук. Мне даже пальцев одной руки хватило, чтобы пересчитать все это дело. Ладненько. Ладненько, ладненько. Опять спиритбрейкер куда-то бежит. Эй, бешеная корова, ты куда? Ладно.
Так, легионка. Проблема у той. Есть СП с копьем цепанули, еще и Дум. Тут клэпнул. Не, легионка отсюда 100% не уходит. Хотя армлет заобузила. И нет, не перезывает этого все же. И любопытное наблюдение, у ПЛ все-таки диффуз появился. 16-я минута. Неплохой результат. Так, а что у нас тут? Сфера, рецепт. Да. У тебя есть ключ? Нет, у меня есть кое-что получше. У тебя есть линка? Не, у меня есть рецепт. Ну серьезно, вот не было бы этого рецепта, он бы прямо сейчас пошел, купил в магазине Ultimate Orb. Дополнительные статы, дополнительные чуть-чуть урона, хп, маны. Это ж куда лучше, чем этот рецепт и возможность когда-нибудь зайти на магазин и купить уже прямо там эту линкенсферу. Все равно, что ее кто-то принес. Так, спел. Следующий артефакт, который будет себе планировать, судя по тому, что у него уже есть ПТ-шка, будет аганим какой-нибудь. Наверное. Так, Solar Crest себе будет приобретать Spirit Breaker. Интересный выбор. Так, СПС подцепили. Копье. Ну, не, отсюда уже явно не уходишь. Мана. Она подвела. Дум. Чуть талант себе действительно на дополнительное золото взял. Ну хорошо, зато подфармливает. Да, конечно, он мог понапрягать легионку в начале. Ну, видимо, планирует напрягать ее чуть-чуть попозже. Тем более, что коллектив неплохо держится. Принимают драки, сами зачастую пишут фраги. И счет, кстати, 13-13. И преимущества практически никакого нет на карте. Там тыщеночка какая-то за Firefist. Но все-таки имеется. Так, с легионкой. Скоро докупит себе дагер. А Дум-то-то, кстати, дагер уже практически... А, у него уже есть. Еще и будет у нас Халберт. Будет ее вырубать или Вивера. Отличный выбор. Еще бы кто-то урну прикупил. Кстати, ни один из коллективов не купил урну, при том, что уже 13 фрагов каждый из коллективов написал. Так, атака на Дума. Есть у него разгон, легионка. Ну вот сейчас бы дагер... Но вы его нет. Еще и Тимер сюда подошел, поэтому драться очень хочется. Замедлили Спирит Брейкера. На Спирит Брейкера-то можно и прыгнуть. Дум, отлично, в легионку. Можно попробовать подцепить чайник. А, чайник, легионка. Ушла отсюда из-под Дума. Сбивают, наконец, ультимейт. Кристалл Мейк, да она добивает ее просто руками. Жуть. Но дэмэджа она внесла предостаточно. Так, закончился Дум, теперь можно и дуэль выдать. Однако чайник великолепно приговорил легионку в Вивер. Использует таймлэпс, еле-еле живой уходит, но маны-то у него не хватает на еще один. Шикуче. Ну ладно, по итогу разбежали здесь и 2 в 1. На сколько цемка? 1700 урона. Вот это я понимаю, поставил ульту. Еще бы не сбили ей. Ну, что поделаешь. Эх, ладно. Ну серьезно, бедная Кристалл Мейден, вы посмотрите. Транквилла, она вынуждена брать себе еще и после этого Виндлейс, для того, чтобы хоть как-то кого-то догонять. И рейндроп со стиками, все, что у нее имеется. Кстати, а по натворству-то она обгоняет Лича и Джекироса. Ничего себе. А что это у них там такое закуплено? А, тут даже рейндропов нету, я понял. А тут рейндропы есть, но стиков нету. Четко. Цемка еще могет, третье место снизу. Не худший результат. Так, 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 так. О, на себе еще и планы долгоиграющие поставил. Апнуть стики. Может быть, даже доберется до этого дела в скором времени. Легионка. До даггера осталось 400 золотых. Сейчас главное не умереть и быстренько-быстренько это дофармить. В таком случае можно будет высекать того же. Думал, ой, еще икру подрезали. Ну, теперь даггер уже готов. Осталось прикупить. Одна золотая. Одна золотая до даггера. Серьезно. Ну, как же не вовремя эта пауза. Ну да ладно. Spirit Breaker. 700 золотых на руках. ПТ на ловкость. ПТ на ловкость? Видимо, он в этот момент пережимал его для того, чтобы отрегенить чуть побольше маны. Хотя, почему ПТ не на силу? Вроде и дополнительного хп регена у него никакого нету. И стики вроде прожимать не должен сейчас. Ладно, в этом есть какая-то логика. Просто я этого не вижу.
Так, что у нас еще интересного появилось? У Тимбера уже есть Бладстоун и будет появляться Лотусворд в скором времени. Но его руками уже не пробить. Если раньше его было не пробить, как-то вот, знаете, серии, ну не пробить, то сейчас это Тимберсоу просто бронированная хрень, которая идет и не парится. Да. Наверное, теперь уже даже дуэль не поможет, если у него мана закончится. Ведут они 2000 практически. Неплохо так. Хотя для 20 минуты, наверное, все же маловато. А вот по XP преимущество порядка 7000. Вот это уже циферка куда более ощутимая. Когда появится Lotus Orb у Тимбера, будет куда больше впитывать в себя физического дэмэджа. Ну и не будет переживать за то, что в него полетят какие-то способности контроля. Ну, вот, допустим, та же колба, она жутко неприятная, и при этом этот урон можно с себя снять и снять с себя этот же эффект. Вот с остальными способностями тут вопрос, для чего этот Lotus Orb? Ну, скорее всего, просто как комплексный артефакт. Прежде чем появился этот Lotus Orb, обычно для армора использовали Шиву. Дополнительная мана, дополнительный урон, замедление, все дела. Так. Пэл. Не, все-таки манту себе сделает сначала. Ну, тоже очень даже. Статов даст, атак спит, мув спит. Скинуть себе ту же колбочку. Просто только делать, что со спиритбрейкером и с легионкой. Эта парочка будет напрягать, если он где-то случайно появится. И спалит свою позицию. Ну да ладно. Я думаю, придумает что-нибудь. Да в конце концов, на мужика подраться никто не отменял. Так. Что, кстати, будет делать себе спиритбрейкер? Пойдет ли он сразу в Solar Crest? Может попробует сделать эхосаблю? Халберт? Глиммер Кейп? Шадоблайт, конечно, вряд ли появится, но почему бы и нет? Черт, я даже не знаю. Ой, Кристал Мейден. Ну ты серьезно? Рода Фотос классная штука, не спорю. Но сколько это Кристал Мейден будет копить на него? Конечно, компоненты достаточно дешевые. Там цирклиты, где-то перчаточки. Чуть статов себе доставит. Может быть, даже переживет в какой-то драке и заработает чуть-чуть побольше золотишка. Но, честно говоря, все равно это смотрится очень сложной задачей для этого персонажа. Тем более, что Spirit Breaker практически ничего не покупает, насколько я понял. Интересно, он вообще варды покупал? Так, этот вард у нас... А, уже ж не посмотришь, чей. А нет, посмотришь, Гиза. Кристал Мейден его поставила. Ну что, ехала дальше. Вивер, Линкенсфера уже имеется. Конечно, приятно, но вот следующая его покупка меня несколько настораживает. Диффузал Блейд. Сбрасывает что здесь? Айс Армор, что ли? Ну такое. Тут же дезолятор мне лично больше нравился. Или какой-нибудь МКБ, все равно там в скором времени будут таланты какие-нибудь на мясы там. Может быть, еще что-то придумают. Тут же Халберту, думаю, уже имеется. По крайней мере, в такой, в идее имеется. Нет, действительно, мясы сейчас настолько количество артефактов, что собирая МКБ ты никогда не прогадаешь. Потом уже Джазману МКБ прикупить. МКБ. Сори. Халберт, конечно же, было бы очень даже к месту. Дополнительные статы, дополнительная живучесть. Да и опять же ту же легионку взять, отрубить в драке не лишнее. Вивера, Nature's Prophet, а может кого-то спасет, может сам выживет где-то. Так, фантомчик. За иллюзиями его, конечно, попробую прокликай. Так, Вивер. 1500. Не, ну диффуз еще, конечно, ману подпаливает, но, честно говоря, у Тибера ее слишком много. И он будет заряды набирать. Разгон дуэли у нас в Дума. Дума убивает. Ну вот, наконец-то появился дагер и его сразу же реализует. Правда, теперь Sword Art, по-моему, никуда не денется. Она закончилась.
Да, даже не особо паре сражаются. Здесь СПС положили за Дулджики Рос, и фраг оставляют, конечно же, Фантому, но не тут-то было. Слишком много дот-эффектов навешал здесь Джики Рос. Так, ПЛ. Уже 6 зарядов осталось у него на диффузах. Медленно, наверное, растрачивает их. Так. Вир. Вир, Вир. Ладно. Как он будет ПЛ искать? Вот о чем я сейчас перезадумывался. Даже если у него будет там диффуз, и, да блин, да даже если у него будет рапира. Как сражаться с ПЛом? Да, тут же даже нормального УЕ нету. Цемка отжала руну хейст и просто побежала от всех. Нормально. Наглость — второе счастье. Так, спиритбрейкер. Есть разгон, но что-то как-то делать его в тимбере — такая себе идея. Which gonna have your mana? Что-то как-то зашились все. Пофармить решили. Обидно даже. Так отлично все начиналось, а сейчас они просто решили, что крипочки поинтереснее, нежели сражение. Ну, конечно, Виверу очень нужно набраться золота, набраться слотов. Так, Тимбер нашел того. Ай. Не задел первым сплом. О-о-о! Вы посмотрите, что тут происходит. Так, использовали скан, понимают, что никто сюда пока не идет. По крайней мере, со шрайна, хотя Лич о чем-то подозревает. И вместе с коллективом прожимаются барабаны. Все выбегают. Ай, не туда немножко СПС. И уходят на даггере. Кстати, на горяченькое залетели ЦМК. Отличная нова, дэмэджа очень много. И макропира легла не самая лучшая. Сейчас же ее спокойно бадут. Джек. Профит ворвался, правда, на профита дум повесили. Дум под БКБ пока что дэмэдж впитывает. И, судя по всему, забирает Эгис. Да ладно, дум врывается, не успевает своровать Эгис. Но параллельно забирает самого Дума, и чуть Джеки Рос уже отъехал, подцепили здесь и Лича, Лич. Ай, был где-то умер. Жуть. Кстати, Виверус-то его и нашел, профит. Немножко не туда телепортировался, кстати, Эгис он все-таки разменял. Но драка для коллектива Петруча просто великолепная. Очень много ошибок допустили Фаерфист. И макропира не то, и... Блин. Зайти так неудачно, и потом выбежать, не добив Рошана. А, еще же сам Рошан отъехал, тут Петруча так врывается. Сворд-арт закрыли, ну, попробуй-то закрыть его тимберсового эти спруты. Он пытается что-то Джазмин придумать, но его просто игнорируют. Не знаю, что делать с проблемой. Игнорируй. Все очень просто. Тимбер врывается дальше в ЦМК. Как же больно, Цемки, еще бы что-то влить. Ай, не хватает немного урона. Ну, Цемки очень повезло. Очень. Так. Она себе может прикупить. В центре. Вот она, доля саппорта. У тебя есть 200 золотых, которые ты можешь купить перчаточку, там, церклеточку. Чуть-чуть поудачнее чувствовать. Ты получше себя просто по игре чувствуешь, чуть потолще будешь. Но ты вынужден покупать в центре. Почему? Потому что там вивер, потому что там варды, потому что да, ты саппорт. Тебе приходится. Соларкрест все-таки у спиритбрейкера будет отрубать часть мясов по этому думу, у которого Халберт, возможно, появится в какой-то момент. Кстати, не так уж и много до него осталось. Всего 500 золотых. Думаю, что минутка-другая и появится этот слот. От легионки придется как-то обрастать артефактами. Молния, это, конечно, выбор неплохой. Дополнительная УЕТ, эмэдж, магия, все дела. Но вот как-то оно не очень работает с его ультимейтом. В том смысле, что дополнительный урон никак не увеличивает. Какая-нибудь кираса, какой-нибудь дезолятор смотрится поинтересней. Ты получаешь дополнительный физический урон от того, что выигрываешь дуэли, которые усиливаются понижением армора оппонента. Все очень просто. А молния, ну, молния, ну, так спит, но ее урон, ну, хорошо. Посмотрим, как оно будет работать. Так.
куча пеньков просто фармят лес. Весело до жути. А тут тимбер летает, тоже крипскипет собрался. И, кстати, ему 200 золотых осталось. Ой, уже совсем чуть-чуть дал тусу. Форба есть, дуэль сюда же прилетает просто. Цемка не пожалела ультимейт. Бедный тимбер. Если тратить в него абсолютно все, то вполне себе работает. Ну и Ценка, естественно, 1500 урона. Когда ей дают использовать ультимейт, она может показать, что циферки накручивать она также умеет. Глиммер. Глиммер? Подождите, откуда у Ценки Глиммер? В какой момент она... Так, подождите, может она там на Рошане кого-то убила? Да, она ничего забрала. Ну, прикольно. Ничего, еще этот рошек. Нет, что-то мне все равно не сходится. Ну да ладно, где-то ей подвезло заработать кучу золотишка. Возможно, сосистов накапало. Возможно. Блин, я даже не знаю, где-то крипов нашла. Ну ладно. В общем, повезло ей прикупить Глиммер Кейп, теперь будет, возможно, спасать себя или своих союзников. Правда, монокос там тоже дикий. 90. Ну, серьезно, когда у тебя монопул 700 и при этом 400 требует ультимейт, лишних 100 маны куда-то тратить, ну, это очень грустно. Что тут придумать собралась? Неужели на Т3 пойдет? А ведь может. Делается телепорт. Тимбером сбивается этот телепорт. Там вивера забили. Легионка выманила еще один телепорт. Это сделал ПЛ. Однако снизу в этот момент ничего не навязывалось. Ладно. По итогу это не развод на телепорт, а просто подошедший фарм для ПЛ. Ладно. Кстати, про ПЛ, как у него делишки, манта есть, манты нету. Вернее, как, она-то есть, но в планах у нее уже Клинкинсфера. Ну, против дуэли. Видимо, не будет Аганима в этой карте, слишком много приходится покупать артефактов таких, не то чтобы вторичных, но та же Линка вот как раз этот слот, наверное, и съест. Нужна Тараска, нужна бабочка, нужны Тревела. Вот они как бы и получаются. Линкен, сфера, Тревелы, Тараска, бабочка. Все, 6 лотов. А как бы все. Сейчас был алхимика в игру, что поганим подарил. Ну да ладненько. Так, легионка врывается с дуэлью в лича. Ну, как же ему больно. АСПС-то, конечно, хорошо, но лича-то добьют. Да ладно, дуэль они не выиграли. И легионка сейчас умирает. Да ладно. Как же хватило здесь контроля. Так, в миде. Тем временем у нас спиритбрейкер. А, просто телепорт. Ёба, какой-то тимберу против такого наглого. Он, кстати, будет приобретать Шевасгард сразу после лотусорба. Интересненько. Будет упаковываться полностью в физическую защиту, но... А что делать с магией? Вот опять придет Кристал Мейден с легионкой, поставит дуэль, да тебя легионка дамажить не будет. А Кристал Мейден возьмет тебе 2000 дамажа с ультимейтом внесет. Чё-то, по-моему, выход такой себе. Может какую-то линку взять. Худ, в конце концов, там 2000 стоит. Да даже меньше. Жёлст. Находит инвиса на Спирит Брейкер, пошел гулять по вражеским лесам. Кстати говоря, где-то... А, нет. Погулял. Ру-ру-пум. Так, вивер, Линкен, сфера, диффуз и тоже молния. Они, походу, решили забить на этого тимбера из серии. Ну, не можем мы тебя пробить физическим уроном, будем пробивать магическим. Ну, тогда надо еще Мэнки Кингбара поприкупать. А в планах БКБ. А хотя без БКБ тут тоже не живется. Какой-нибудь АСПС, тимбер тебе пол лица снесет и накрыть это все макропирой. Вообще без проблем. Так,
смог, спалили вивер. Ушел отсюда, СПС не точный. Ну попробуй ты попади по этому виверу, который в своих шикучах бегает на 500+. Ну и теперь спиритбрейкер сплите топ. Такой себе сплитпушер, но Тимбер же выдвинулся на защиту. Что-то как-то слишком мало фрагов. Начали за здравие, закончили. Еще не закончили, в общем-то. Так, вивер, 20 уровень уже не за горами. Тимбер. Возможно, проблемы есть разгон сюда. Настакивают уже пауки. Треть хп снесли, пол хп потерял. Ладно, неужели уйдет? СПС вроде бы неплохо. Положил, конечно, свой ультимейт. И спелом уже заберу здесь перед брекера. Добивает его Кристал Мейден. Неплохо. 500 золотых отгребла. Ну и теперь дуэлью еще и подумай. СПС. Семка все-таки отъедет. Еще и ПЛ заберет, скорее всего, здесь. Еще и как не вовремя этот крип подошел. Господи. Чайник так. Тыц, тыц, тыц. Все, минус легионка. Дум. Дум-дум-дум. Съешь. А, крипа еще не переварил. Это, кстати, веселая штука, когда ты бегаешь, у тебя уже вроде способность откатилась, и ты такой, ааа, дайте съесть, а он еще в животе бурлит. Так, атака. Но Дума закрывают великолепно его в спруты вместе с Вивером, ну и поэтому он, скорее всего, отъезжает. Вивер, недолго думая, сразу улетает искать кого-нибудь еще, но тут тап-аут. И выживает Тимберсоу. А, это не Тимберсоу улетел, сори, это был Лич, по-моему. Так, какая разница, в общем, никого больше не подцепили. Джеки Росс. Дон Йоу, что ли, собирается делать? А вот, кстати, урну прикупили. Урна такой же имбовый артефакт, как стики. На самом деле. После любой драки ты получаешь заряды на то, чтобы... нахилить 800 хп. Один персонаж просто не идет домой, он просто нахиливается. Или даже двое, если там раздамажены по пол хп. Ну это реально отличный слот, особенно на саппорте. Чуть-чуть армора, чуть-чуть хпшки, то бишь статов, чуть-чуть манрегена. И ты такой уже прекрасно себя чувствуешь, еще и подхиливаешься посреди драки, если на тебя забивают в какой-то момент. Или союзника, который вроде как чуть-чуть надо бы подхилить, чтобы он отошел. Кидаешь, там 2-3 тика залетает, и вроде уже попроще чувствуешь себя тоже. В общем, играется на саппортах, покупайте урну. Не задумываясь, стики, урна, там тапочек какой-то, и отлично. Но потом можно и халберты с солар крестами. Тоже отлично работает, правда, фотосик. На самом деле, чем больше вводят саппортных таких артефактов, не очень дорогих, из дешевых компонентов, тем веселее дота становится. Когда ввели солар кресты, что начало? Даже не солар кресты, медальоны. Сразу же саппорты начали все покупать. Так, нашли спиритбрейкера, ну... 18+, цензура, все дела. Это было слишком жестоко. Легионка. Молнию таки дособирал. Однако 1800 хп, армора всего... Ну, 17, если нажмет армлет. Однако спасать его, это вряд ли будет в драках. Надо что-то посерьезнее. БКБ какой-нибудь. Какой-нибудь. Это БКБ еще на фарме попробуй. 4000 стоит. Хотя на молнию же деньги нашлись. Может, и на БКБ наш кребет? Помогает подсплитить тут Nature's Profit. А стоп, у него гоним, что ли? Он просто вездесущ. Делать телепорт отсюда. Народ. О, вот это уже я понимаю. Вивер явно взялся за то, чтобы вытаскивать карту на себя. Блэкен Бар появляется, и теперь уже в драке ни чайник ему не страшен, ни Тимберсоу. Однако, думаю, остается все еще проблемой. Тем более, что Линкен Сферу они тоже при желании чайником и думам накроют. Так, Тимбер. Пакет на то. А, ну просто лотусор побежал дальше. Ну и оценка сразу улетает на телепорте, не дожидается, пока сюда прилетят все остальные и не убьют. И правильно делает, хотя вивер. На развороте есть вармы.
Ну, вижены нету, саппорты как-то не подоспеют сюда, поэтому бояться особо нечего. Дрот! Так, стоп. Спиртбрейкер уже тоже практически до Глиммеркей подобрался. Чё-то, походу, через 15-20 минут я вообще не буду удивлен, если там ЦМК и Спиртбрейкер уже с алтом будут бегать. Два удара. Лечу на пол хп. Нормально. А был бы дезолятор, был бы совсем великолепно. Так, диффузами снял с армора, ну, добивает все-таки лича. Ну, это тот персонаж, который себя спасти ничем не может. Мобильности никакой. Так, легионка забрала Думу, хотя... Нет, уже не отомстит Тимбер. Промахнулся он своей цепью. Ну, сдают здесь позицию Файрфист. Как с этим быть, не совсем понятно. Очередной Рошан. Остается здесь коллектив Петруча. Кому, Аегис, Легионке? Или Виверу? Все-таки Виверу отдали Аегис, а Легионке сырочек. Ну, действительно, Легионка живет достаточно долго. Вот если получит Дум какой-то Виверос. Но он в драке очень важен. Действительно, будет очень неприятно. Спасти его вряд ли получится. Так, Фантом. Нашли его здесь, по сути, ЦМК. Вивер должен был давать информацию, где он, и нет. Не в того врывается Легион. По итогу дуэли нет, мана тоже закончилась. И как бы сыр уже можно бы и нажимать. Вивер плохо потерял таймлэпсом, спасает себе жизнь. Ну и драка на этом закончилась. Да, даже драка это сложно, честно говоря, назвать. Так, попугали друг друга. Так, профит. Сильвер Эйдж, это, конечно, хорошо. БКБ тоже великолепно. И третья молния в команде. Вот что-то у меня вопросов очень много. Почему все софармили здесь молнии? Почему? И Вир, кстати, тоже молнии рапает себе. Непонятно. Вира, развели сейчас на БКБ. Неприятно, но жить будет. Шикуче. Ну и до свидания. Хотя таймлэпс использовал. Здесь подловили на СПС. Копье также полетело. Есть вижен. Думал бы сюда ворваться. И да ладно. Вивера-то заберут. А Егис уже потерял. Зря он таймлэпс сделал. И прибегает сюда спиритбрейкер. Растолкал всех. Пытается уйти. Но вот Вивера не отпустят. Думал, во всех случаях также использовали. И сразу телепорт на топ, где подпушит профит. Тимбер. Сразу надо делать даггер. Отлично. И пила. Пила не туда. Пила совсем не туда и уходит в инвиз здесь на через профит, но... Да ладно. Он просто сделал телепорт на нижнюю линию. Здесь же драка навязывается. Дум врывается на легионку. Легионку должны здесь порешать, однако сыр она использовала. Глиммером тоже пытается поцелить, но нет. Не хватает немножко и для того, чтобы уйти. А, он тут в центре стоит. Ладно. Не хватило очень много для того, чтобы уйти. По итогу очень много фрагов написали здесь Файрфист, однако Т3 все-таки они потеряли. Ну, сейчас же начнут падать и шрайны. А профит-то продолжает сплитить. А профит-то фармит еще одну линкенсферу. Ну, тут все переживают за счет Дума. А оппоненты переживают из-за того, что есть легионка. Да, линкенсфер тут придется прикупить много. Чуть ли не на каждого кора. Да, почему бы и не на каждого? Фантом Эскаде. Решил играть без Тараски. Ну, или без бабочки. Интересно, кстати, что он выберет. Потому что Тараска штука очень приятная. Даже если тебя там цепанули, можно попробовать отойти буквально на 10 секунд и вернуться с пол хп. Вивер в наглую забегает, СПС подцепили здесь, пол хп не снесут. Хотя нет, снесли пол хп, однако разгон на Джекиросу. Джекирос должен будет сейчас умирать, чуть тиммейт от спиритбрейкера, ну да. Такое пережить вряд ли получится, хотя здесь же пытался фантом добрать. Ай, профит улетает, просто под БКБ лича одобрил опять. Вот постоянно пытается этого лича дорезать. И легионка разультилась, очень больно здесь. Джазман и ЦМка разультилась, также Джазман должен отъезжать. Отдает все-таки немного урона дополнительного и сильвераешь по ПЛу. У ПЛу очень большие проблемы, он использует доппельгангер, однако... Нет, все
все-таки добили. На самом деле эти пауки против Пэлла штука очень крутая. Ты вроде допер использовала, пауки тебя все равно палят. Просто палят. Ну, и знаете, к вопросу о том, как же будет Вивер находить Пэлла. Об этом я что-то не задумался. Но ведь действительно это же работает. Ладненько. Минус 4 написали, кучу золота в очередной раз выиграли. Вивер в наглую заходит на нижнюю линию. И будет грызть. И будет очень больно грызть Дум. Клэпнул. О нет. Не получилось. Хотя Вивер на этом... Да ладно. Так можно же заходить. Профит на топе. Спушил Т3. Легионка в этот момент пушит нижнюю линию. Вивер по миду. Они просто решили спушить все и сразу. И Легионка под дабл дэмэджем. Она же снесла линию уже. Все. Тимбер, очень поздно телепорт. Но линии нету. Легионка довольна своими результатами. Еще и в миде упал Т3. Под БКБ Вивер просто в наглую пушит. БКБ закончится через 2-3 секунды. И надо добить это. Надо добить. 2-3 ударов не хватает, правда, на топе. Горят также бараки. Опять. Да что ж ты будешь делать, Вивер? Стопа, возвращается на мид. Легионка добивает этот таур. Она что, с байбек, что ли? Да, здесь. Нет, она даже без байбека обошлась. Чё-то, по-моему, ГГ. Ну это реально мега-крипы уже, по сути. Ну ладно, не мега-крипы. Потеряли полтора лайна, замедлили немного спиритбрейкера и по итогу забрали. Ладненько, потеряли низ, потеряли милишный барак по миду. Переживу барак поток. Слушайте, они реально два лайна суммарно снесли. Неполноценно, но все-таки. Придется теперь как-то допушивать. В миде, конечно, эта проблема не составит. Ранжоу барак не хилится, там можно попробовать и засуицидиться в него. Профит. Профит. Очень хочет полететь туда. И... Тут Дум на страже стоит. Не стоит. Да не надо. Призвал деревья. Очень много. Пеньков очень много. Грызет. Легионка также сюда вгрызается. Правда, Халберт получила, но... Профит, ты сам справился. Минус милишный барак на топе. Ну и там как бы чуть-чуть Вивер почти допушил. Подожди, один удар не сделал. Вивер, ты куда, дружище? 124 хп. Как бы, ладно. Не один удар, хорошо. Я ошибся. Пришлось бы сделать 2-3. Этот Джиминейт атака, как бы один удар там, черт его знает. Ладно. Вивер в наглую побежал. Сюда курьер летит. А увидит? А ведь видит курьера, а ведь видит. А подрезать-то можно? А почему бы и нет? Нет, решает сразу в барак. Барак добили, мега-крипы и все. Они довольны с собой, мега-крипы есть. У оппонента нет такого количества молний, как у Петруча, поэтому... Дефать они вряд ли сейчас смогут настолько же просто, как они бы могли. Да, есть ПЛ, который за счет иллюзий там потанкует, но у него нет аганима для того, чтобы быстро с ними расправляться, то бишь с крипами. Нету рейдинсов каких-то. Вивер вгрызается в Джекироса, очень неприятно, тому переключается в Джозмана. Тимберсо, вот такая себе цель, вот Джекирос просто еще два удара отъехал, БКБ от Фантома. Сгрызать пытаются здесь его, но, слушай, ПЛ-то умер. Еще ультимейт от спиритбрейкер. Антимиля. Ну вот в Дума можно переключиться. Дума убивают. Думаешь, убивают? Дума убивают. Джазмин врываются. Да ладно. Добили Дума. Отлично. Вивер под Думом. Как же неприятно. И добьют же его. Он умер. Минус 4. Очень много золота выиграли. Но вопрос. А что это изменит на самом деле? Тимбер, конечно, потанкует. Да, у него с маной, конечно, более-менее тоже дела обстоят нормально. Что, как много золота? 2000 всего выиграли. При этом 1500 из них отошли. А, тут был байбек от ПЛ. Нет, не было байбека. Он просто... У ПЛ потерял 700 золотых практически за смерть. Дота, не болей. Ладненько. Будут пытаться тут дефать, конечно, Firefist, однако... Выходов у них не так, чтобы уж очень много. Так... Врываются на Джазмана, ЦМ-ка. Сейчас бы ультимейт, но он, увы, в откате. По итогу, посмотрите, просто 0 урона. 0 урона. Поставил пилу,
порезал. Изи. Просто изи. Ну и теперь Сэмка, ну с Сэмкой посложнее, маны все-таки нет, она должна тут уходить. Да. Что легионка утворила? Стоп, что? Как? Это типа молнии где-то там отскочила, и поэтому враг засчитался легионки, что ли? Дичь даже не рядом был, когда пытались Тимбера убивать. А, да-да-да-да-да-да-да. Он же на себя повесил молнию, она там в какой-то момент сработала в драке после Фурстафа. Все. Понял. Так, что у нас тут? Спиритбрейкер, 10-секундная БКБ. Тут бабочка скоро будет. Ну и рожка, действительно, почему бы не забрать для того, чтобы уверенно пойти и закончить. Пара-папам. Дум. А что ты тут себе будешь собирать? А, кстати, молнию. А тут что? Аганим, дополнительный магический урон. Джокерос. Ну, пока молнию себе в квикбай не поставил, но судя по тому, что они собираются дефать, наверное, придется прикупить. Пэл все-таки решил, что Тараска ему тоже нужна. Ну, действительно, мега-крипов так танковать не очень весело. А бабочка уже не особо-то и пригодится, придется просто терпеть. Хотя было бы не лишним. Ну что по талантам? А, он в талантах не связал. Понял. Понял. Легионка. Наконец-то решил, что Кераса штука очень нужная, но, честно говоря, поздновато. Тимберсоу это не приговорит ни к чему. Тут пытаются спиритбрекер разобрать, но что-то под БКБ не получается. Вивер забирает в очередной раз Лича. Вот это, по-моему, его любимый противник. Дом пошел по профиту. Профиту пытаются спасти. ЦМ-ка разлетелась, но нет. Сбивает все-таки через СПС и... И... Вивер. Вивер. А Егор из меня должен... Да ладно, успевает сделать таймлэпс. Хорошо. Ну, там что-то как-то так себе. Дуэль использует опять легионка. Вот почему он так нагло врывается? Вивер. Вивер. А ведь будет пробовать забирать, думает. Да и не пробовать, а заберет. У того мана закончилась. Вивер. Должен его забирать. Должен, еще один удар и минус Дум. Там параллельно спиритбрекер выжил от атаки Тимберсоу. Байбек от легионки. Народ. Игра идет уже 49 минут. И они собираются как-то попробовать задефать. Но, честно говоря, сложная эта задача. Тем более в такой-то ситуации, когда у вас три персонажа. И, кстати, что у нас по байбекам? Ну, если были, уже бы, наверное, сделали вивер, таки забрали, но это только Аегис. А вивер-то сейчас поднимется. А вивер-то сейчас будет в наглую пушить трон. Ну, спиритбрекер тут пытается как-то помогать, но что-то как-то он такой себе дамагер по трону. Вивер бегает туда-сюда, не знает, с какой стороны подойти, подхилила легионка. Ну, хорошо, вроде бы. Так, Лича. А Лича-то сейчас заберет вивер? Ну вот... Серьезно, сколько раз за эту игру Вивер убил именно Лича? По-моему, даже Джекерос столько не страдал. Опа, боль. Ну, пока что более-менее удачно дефают. Лич тут пытается как-то своим эсэрмором исправить ситуацию. Ну и, кстати, если доберется он до 25 уровня, дефать будет куда проще. Где бы эти полтора уровня получить? Куру подрезали. А что в куре было? А я уже, видимо, не посмотрю. Или посмотрю. Нет. Так, разгону в Джазмана. Тимберсоу, конечно, неприятно под контролем его здесь. Есть куча тараканов. Сбили линку Виверу. Вивер получает Infernal Blade. Ну, вот через секундочку будет. И теперь можно попробовать этого Вивера наконец забрать. Только линку сначала сбить через Халберт. И будет вообще великолепно. Терпят, пока что терпят. Файерфист не получается зайти тут Петручи. И есть два варианта. Либо сейчас идти суицидить и смотреть, что из этого получится. Хотя очень уверенно стоят тут Файерфист. Либо же просто забить и фармить всю карту в течение 10, может 15 минут. Получить куда больше золота, чем оппонент.
дождаться Рошана и пойти закончить. По-моему, план идеальный. Ну и, кстати, Легионка, по-моему, так и поступает. Да тут все решили, он наконец пойти пофармить. Цемка, вражеский лес, Спиритбрейкер там же. Ну, а Легионка, Профит и Вивер как-то уже ближе к своим родным землям. 8000 у Вивера, ну... Пора бы что-то купить, не? Да в конце концов, рапиру. Хотя рискованно, конечно. Подождите, почему рискованно? Джекиросу она не нужна. Тимберу не нужна. Думаю, приятно, но не нужна. Лечу тоже. ПЛ. Да ПЛу как-то тоже так себе. У него слотов на нее нет. Я, ну ПТшку можно всегда выложить. Но пунктик в том, что дополнительный мувспид... А, стоп, у него же пассивка. Он всегда компенсирует. Так, забрали тут немножко ЦМ-ку, но... Черт, это уже ни на что не влияет. Особенно эта ЦМ-ка. Вернее, как, сама ЦМ-ка очень даже много чего может устроить в файте для того, чтобы закончить. Да ладно. Отменился разгон у Фантома? Ладно. Но он очень далеко бежал. Как зайти на этот трон, а? Мегакрепов вроде запустили, вроде бы уже практически победа, а трон стоит. А Лич экспу получает, а Лич уже 24-й. Черт. Черт. Кстати, по уровням. Лич и Дум единственные, кто... О, нет, еще Спиритбрейкер 25-й не получил. Вот этот поворот. Даже ЦМ-ка с 25-м, вы представляете? Есть Фростбайт дополнительные 1.5 секунды. Есть Аганим. Его сейчас просто БКБ. И она просто перевернет любой файт. Ну блин, она без даггера, она нормально не ворвется туда, куда хотелось бы. Но на самом деле ЦМ-ка сейчас очень важный персонаж. Хотя 9 армора, господи. Ей бы самой какую-то шиву прикупить. Ну где взять столько золота и на БКБ? Так, есть Дум у нас Вивера и... Ну это приговор. Вообще, на такой минуте Дум это действительно просто пиши пропало. Если тебя уже цепанули, ну, по крайней мере, если ты один, то как бы что-то не делай, никуда ты не денешься. Появился баттерфляй у Вивероса. Давайте просто пробежимся, посмотрим, что тут есть. Дуэль от Легионки, дуэлька в Джазмана, Джазмана... Уничтожили? Вот она, магия Сильверейджа! И Рапирос появляется у Пэлла, он сам решил, что пора идти ва-банк. Эверлестинг, пассив. Типа умирает и выбрасывает, что ли? Никогда не замечал, что тут типа есть пассивная какая-то хрень на Рапире. Ну ладно. Что у нас тут вообще по артефактам? А то я открыл эту таблицу и смотрю совсем не туда. Спиритбрейкер, ничего нового. По-прежнему БКБ, Солар Крест, Глиммер. Как раз таки добрала Легионку у Вивера, бабочку мы уже увидели. Профит. А, Дейдалус. Вот это уже круто. Там уже поприбавилось. Цемку мы тоже уже посмотрели. Джеки Рос прикупил Владимир, чтобы попроще было коллективу стоять и дефать. Тимбер догончик. Сейчас бы симкну покомить на Тимбере. Наверное, травала туда надо как-то переложить. Дом. Что за свиток? А, это типа молния. Господи, не узнать. Лич тоже молнию уже прикупил. Ну, в общем, планирую дефать. Но пока вполне себе удачно. Блин. Сейчас, наверное, действительно, если ЦМ-ка разультится великолепно, то это как минимум несколько байбеков. А если ее убьют быстро, то будем ждать, смотреть, как продолжают у нас все фармить свои 25-е домов и дефать крипчиков. Единственная проблема, почему на Пэле рапира не особо заходит, так это потому что иллюзиям все равно на эту рапиру. 300 урона. Ни туда, ни сюда. Тут, кстати говоря, для дефа идеально бы подошел Аганим плюс Сакрет... Радианс. Я думаю, иллюзии бы сами вполне справлялись. А, стоп, ПЛ-то без диффузов.
То есть он уже не делает ставку на свои иллюзии. Ну тогда и манту можно продавать, зачем она в таком случае? Так, Цемки, конечно, неприятно, пол хп-то потеряла, чисто урона очень много по ней прилетело, разультилась Джазмана, Джазман сейчас подмерзнет. Это на 5 секунд, Джазман, это минус Джазман. У него не... есть байбек, хорошо, использован. Там же на топе Дум полетел в Nature's Profit, а чайник сюда же, легионка, разультилась. Больно очень здесь Думу, Дума скорее всего должны забирать. Очень много моментов Каража и Дум. Да ладно, Дум выживает здесь, еле живой. Разгона перед брейкера, он еще бы башек проткнул. Отличный форстас, спасли Дума, ультимейт. Ну, под фонтан его все-таки забирают, при этом трон потиху грызется. Вивер очень много урона вносит, стан от Дума, но теперь-то нету, собственно, ультимейта. Вивера так не остановить. Отбились. Они опять отбились. Да, конечно, ценой нескольких байбеков, но отбились. Файрфист продолжает стоять, они будут пытаться дефать дальше. Ух-ух-ух-ух-ух. Ну что, Кристал Мейден, ждем от тебя БКБ и Дагер. Времени полно, талант. Она не взяла талант на ГПМ. Не, Фризен Филд дэмэдж, это, конечно, круто. Я не спорю, но... Черт, это же ГПМ. На саппорте, 5-й позиции, на ЦМке. Ой, ну очень бы, на самом деле, сейчас помог этот и Дагер прикупить, и БКБ. Ну, действительно, игра затягивается. Может быть, они делали ставку на то, что вот пойдут, сделают мега крипов и все, поэтому она взяла Фризен Филд и просто для того, чтобы пробивать того же Тимбера. Ну вот на данный момент это играет немножко злую шутку с этой ЦМкой, потому что, ну, от БКБ ее или Даггера очень сильно играет, это зависит. Ну вот серьезно, в лите она подмерзли там три человека каких-нибудь на ее ультимейте, и это по сути выигранная игра. Когда ПЛ бить не сможет, там Дум не дотянется до кого-то, может Тимбер вынудит стоять на месте. Это может очень дорого стоить. ПЛ. Ну, опять без Даггера Цемка не ворвется. Уру-ру. Вер, сырочка. Опять 5500. Да что ж ты будешь делать? Не, это, кстати, реальный вопрос. Что он будет делать с этими 5500? Какой-то МКБ, ну, как бы вроде бы и надо. Да и Далус тоже неплохо было бы. Для того, чтобы сносить трон, ну, это надо или рапиры, или дизоль, а лучше то и другое иметь в коллективе. Ну, это место реально диффузов взять дизолятор и рапирас. И можно действительно просто попробовать загрызть сам трон. Опять же, главное под Дум не подставиться, иначе Вивер просто приплывет сразу же. Так, на Дума. Вышел, а Дум-то... Ай, чуть-чуть не успел. Легионка, вы на визе, только тихо. На синтрях стоит. На синтрях стоит. Сейчас будут ворваться и убить эту легионку. Просто, чтобы ей неповадно было. Снизу, тем временем, Вивер и Цемка заходят на линию. Вот не получится так зайти. Не получится. А что здесь спиритбрейкер еще подошел? Где мы положили? Дум! Отлично! Ультимейт есть по Виверу. Вивер отъедет. Вивер 100% отъедет без шансов. Еще и спиритбрейкер цепанули, прожимается БКБшка. Чайник поскакал, Цемка тут. Ну, тоже умудрилась уйти. Нет, так зайти. Нет, 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 нет. Ай. 60-я минута прошла. Час уже закончился, мы переваливаем на второй. Черт! Когда эта игра закончится? И в чью пользу? По-хорошему, если действительно здесь не догадаются... Ну, не то, что не догадаются, не придумают, как зайти и закончить эту игру Петруча, то у меня для них плохие новости, если Дума остается просто дефать в соло. А, ну там Профит прилетит, там Вивер забежит. Легионка, в конце концов, дэмэдж набирает. Ну, хотя как набирает? Она уже давно остановилась на этом уроне. Очень тяжело идет игра. Ну как? Одни стоят, дефают, вторые стоят, зайти не могут. Ну, не знаю, вроде и тяжело, а вроде и черт, ничего веселого. Ах.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, давайте по... Ой, Сэмка, а где ты? А чё ты тут делала? Ладно, гем отдал, это уже ненужная штука на такой-то минуте, хотя варды побить бы, конечно, следовало. Но... Блин. Не знаю. Так. Профит у нас с даггером. Хорошо. Жутко мобильный. А, еще и талант на телепортацию. Действительно, от пеньков тут смысла вообще ноль. Они как бы умирают настолько быстро, что вообще забейте. Вон Шива и землю подрубить, дум их всех сбреет. Хотя если бы взял талант на удвоение хп, может быть и пережили бы какое-то время. Но опять же толку с этого. Если вы не зайдете и не снесете буквально в 4-5 секунд трон, то он... А, там талант жулича уже появился. Просто плюс 35 армора трона. Трон теперь уже не пробьешь, в крысу не зайти. Вот банально, если дефать будет лич и дум, они спокойно выиграют достаточно времени, чтобы союзники прилетели, спасли трон. Без рапироса туда не зайти. Да черт, да даже с рапиросом не получится. 40 армора для строения. Это жуть. Насколько я помню, товара блокируют 25% входящего урона. А черт, это можно даже нагуглить, времени предостаточно. Кекс. Сейчас посмотрим, сколько они урона блокируют. Ай, не могу найти. О! Башня наносит осадный урон. Это хорошо. Не знаю, не могу я найти эту информацию. Но опять, но на этот раз на шипучах успел уйти. Черт его знает. Ладно. Если я правильно помню, там 25% урона просто блокируется. Так, профит. Здесь куча народу прилетела, настроение лича. Лича забрали, лич не смог. А, есть байбек, отлично, лич сможет задефать здесь. По крайней мере, армор накинуть на свое строение дума. Дума практически забрали, он выживает все-таки. Иллюзии ПЛ пока что спасают здесь ситуацию. Профит, правда, улетает отсюда. Но по итогу разменяли одного... Ну ладно, отбились в очередной раз Firefist. Да, байбек потратили на лече. Неприятно. Ну, убили Тимберсоу, ну тоже неприятно. Ну, как бы отбились, это главное. Лечу нельзя погибать ни в коем случае. Он должен вообще стоять дальше всех. Его сейчас задача это просто одну кнопку жать вот на вот это строение. Еще линзу можно купить, чтобы стоять где-то вообще вон там. Или даже Shadow Amulet просто заныкаться вот здесь, стать. Все. Ты стоишь, просто такой баф для трона. Все, расслабься. Ну нет. Урурум, урурум. Нивер. Опять 8 тысяч на руках. Все те же 8 тысяч, правда. СПС. Вот диффуз, конечно, штука классная против айс армора. А блин, купи рапиру, убей этого лича быстрее. Ну серьезно. Ну купи Дейдалос, ну МКБ, ну дистиллятор купите, господи. Ну серьезно. Кстати, насчет убить лича. Если сейчас выйти его как-то подловить, то будет порядка 2 минут на то, чтобы его забрать. То бишь трон, в крышу. Ну и сглиф. Черт.
Сэмка, где твой дагер? У нее же был дагер. Куда он делся? Ну, мне ж не мерещилось. Ну, но покупал, я еще отметил, что не БКБ, конечно, но тоже штука нужная. Ладно. Видимо, гем понужнее. Может, он в курице летает? Да нет. На базе лежит? Тоже нет. Что-то я не понял. Ну, вот Родофотос уже не настолько нужный артефакт. БКБ и дагер. Все, что нужно цемке, чтобы... Ой-ой-ой, опять забрали через дом. Болторн, кстати, у фантома. Еще и цемку опять цепанули. Цемки больно. Профит влетает. Конечно, пытается прогрессить. Ну как? Как? Просто 60 армора. 60 армора у Эншита. Ты так не заберешь. Алло, 75% он блокирует урона просто потому, что... Лич? Еще там порядка 25% он блокирует, потому что строение. Как бы получается, что урона туда проходит, ну что-то порядка 15-17%, что-то такое. Ну, это ж вообще не серьезно. Там никаких рапир не хватит, чтобы снести эти 4000 хп. Да надо реально тимвайп написать. Ладно, продолжаем смотреть, как... Одни пытаются зайти, а вторые фармят. И, честно говоря, те, которые пытаются зайти, еще и умудряются где-то подфармливать. Ну, экспа это уже вообще прикол. Стоп. Кто-то еще не 25-й? Все 25-й. Алло, график, точка нуля чуть-чуть ниже. Может, тут как-то учитывается количество убитых крипов? А ну-ка. 134-650. Не, не учитывается. Съеденные книжки. Сколько разница, кстати? 800. Ну, да, нет. 1200 разница. Не, на книжки... Не, кстати, могут нахер надавать столько, однако... Чтоб ровно 1200, блин, не знаю. Ну ладно, мелочи. Мелочи, мелочи, еще раз мелочи. А может, какому-то из персонажей надо больше экспы, чтобы 25-й получить? Ну, нет, конечно, но все-таки. Как так получается? Давайте. Теперь вивера так просто не забрать. Одного, думаю, будет маловато. Прикупил он себе доедалу, чтобы быстрее расправляться с лечом. Ну, а там же, глядишь, можно попробовать и трон будет снести. Лич. Очень далеко выходит. Убить лича. Прямо сейчас. Легионка врывается. Дуэль отлично пошла. Три удара. Четыре. Ладно. Забрали легионку. Отойти. Не легионку, лича. Просто отойти. Переждать вот эти вот... КД на БКБ и потом дождаться, когда спадет этот баф лича. Он, кстати, уже сейчас пропадает. И вот сейчас будет отличный шанс для того, чтобы зайти и снести этот трон. Ну, не смотрите, что 47% на самом деле... Не, ну, блочит он примерно столько, но эти 35 армора давали колоссальный блок урона. Просто колоссальный. Сейчас нужно просто... Размансить, просто не подставляться в драку. Бить трон. Так, легионка пытается найти возможность для того, чтобы кого-то подрезать. И ведь действительно, думаю, какого-нибудь забрать было бы просто идеально. Так, что там по байбекам? У Лича еще двух минут не будет байбека. Вот эти полторы минуты, что он в таверне, нужно использовать. Если не сейчас, то еще придется ждать почти 10 минут. А уже как бы 71-я минута игры. Так, в Тимбере полетел Родофотос. Профит врывается, без БКБ, правда, подмерз. Так же, как и Вивер. Неприятно, но тем не менее урона очень много в трон. Есть глиф, отлично. Под контролем Дума, Дума убили, байбека нету. Но нет, это конец. Это конец.
Лич сейчас очень сильно подставил свой коллектив. Ну ладно, игра, конечно, затянулась, но нашли, наконец, выход Петруча. И поздравляем их с этим, но это только первая карта Best of 3 противостояния. Так что заварите чая, отдохните немного, а потом продолжим.